Этот обелиск в память о героях Великой Отечественной войны находится в микрорайоне Фирсановка. В годы войны многие жители поселка ушли на фронт, а оставшиеся ковали победу в тылу. В память о тех, кто не вернулся с войны, потомки воздвигли обелиск погибшим фирсановцам. В рамках проекта «Герои Химок» неравнодушные жители городского округа, школьники и лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» собрались вместе, чтобы привести в порядок территорию возле мемориала. Наши земляки, как и весь народ, сражались в боях Великой Отечественной войны. Погибло много людей. И дань памяти, которую мы отдаем ежегодно, ежедневно, дорогого стоит. Лидеры движения общественной поддержки Руслан Шаипов и Александр Якушин вместе с активными горожанами убрали сухую листву, покрасили скамейки и почистили памятник. Будем их помнить, будем достойно дальше жить. Они же смотрят на нас. Они все в наших сердцах. Чтобы почтить память погибших, ученики школы номер 24 и активисты патриотических клубов исполнили песни и стихи военных лет, а к мемориалу возложили цветы и траурные венки.